У нас вся терминология ведется на французском языке. Так вот, с латинского и французского балет обозначает «танцую». Поэтому это слово не случайное для нас. Для всех тех, кто был на лекции в зрительном зале позже, слово «балет» значит намного больше. Для кого-то это вся жизнь, любимое дело, работа, хобби и даже дитя. Потому как в процессе репетиции рождаются не просто танцы, произведения искусства. Но перед действиями теория, которая стала доступнее для ульяновских танцоров благодаря проекту «Русский балет навсегда». Программа дает возможность молодым талантам оттачивать мастерство под руководством профессионалов Российского театрально-танцевального искусства. Перспективы ульяновских артистов оценили столичные мастера. Нас приятно удивила подготовка детских коллективов, насколько профессионально они работали вместе с педагогами. Слаженно, да. Приятно посмотреть, это хорошее будущее. Маленьким артистам есть на кого равняться, а столичные мастера радовали публику классическим танцем, романтичным сюжетом о прекрасном, о любви. Профессионалы показывали фрагменты классических постановок, среди которых «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот» и яркий отрывок, поразивший страстью исполнения «Кармен». Но главным событием вечера стал авторский спектакль Ильзы Лиепа «Мой отец Марис Лиепа». Жизнь каждого человека уникальна, а жизнь великого, выдающегося артиста, таким как был мой отец, конечно, жизнь наполнена взлетами, падениями. В этой жизни было все – любовь, разочарование, но самое главное – стремление к своей звезде. Утонченное искусство, где в каждом жесте история, чувства и неподдельные эмоции. Хрупкий, нежный и волнующий балет зажег каждое сердце в зрительном зале.